Всем привет! Сегодня мы с мамой будем кушать вот такой гранатик. Это белые гранаты здесь на Кипре. И покажем вам, как мы научились чистить гранаты по местному. Как мы раньше чистили, я уже не помню. Просто ну, сами... либо расколупывали, выколупывали по просто одной булке. Да, по одной... Либо если резали, то нарушались все ягодки. Да, вот мы, по-моему, просто разрезали, да. И ягодки лопались. Вот, а нас здесь на Кипре научили, как нужно их правильно резать. И сейчас мы вам покажем. Вот заодно... Может, мы не такие виртуозы? Да. Ну, покажем то, чему мы научились тут. Срезается шляпка. Так аккуратненько на краешек лезвия загоняется. Единственное, я думаю, это, наверное, розовый гранат, а не белый. Сейчас посмотрим. Ну, может быть, он розовый, может быть, он белый. Нет, белый. Белый. Угу. Вот шляпка уже одна есть. Теперь со второй стороны. Обычно нам Андреас приносит тоже белый гранат. Ну да, они здесь белые, есть розовые. Гранаты очень красиво цветут. Кстати, белые гранаты тоже цветут красным. Ну, переспевший, да. Поэтому он розовый. Поэтому он такого цвета. А так он, они совсем такие желто, слегка розоватые. А цветочки у них красненькие. Я тоже снимала до этого, как они цвели. Покажу вам. А теперь смотрим, где перепоночки располагаются. И надрезаем от начала до конца. А перепоночки к перепоночкам. Каждую перепоночку, да. Ну, их там видно. Ну, даже если они там чуток сместятся, не страшно. Я потом, когда они смещаются, разрезаю еще и с другой стороны. Ну, я переверну, да, посмотрю. Вот. Ну, киприоты, они такие виртуозы, они умеют разрезать так, что там у них четко получается. Мгновенно. Ну, у них это долгие годы тренировки. Ну, да. Ну, вот так вот, в принципе, она уже делится нормально. И все, и вот так вот делится. Делится на дольки. Да, бывают ровнее дольки. Ну, это уже как уродился сам гранат, поэтому... Отбирают пленочку. Ну, пленочку, да, пленочку снимаешь. Пленочку, держат за корочку и вот так кушают его. В этом не очень крупные. Бывают еще крупнее бубочки. Я вам покажу сейчас, как цветет гранатик. Я снимала это чуть раньше. И как он выглядит, когда он растет на дереве. Вот этот аленький цветочек, это цветок граната. И на дереве уже есть завязь. Вот это будущие плоды граната так выглядят. Цветочки уже в основном отцветают. Вот такие гранатики. Они уже поспели. Это белые гранаты, поэтому они такого цвета. Вкусненько. Угу. Ну, как всегда, сладкие-сладкие. У нас даже кролик очень любит вот эти перепоночки. О, кролик у нас их просто обожает. Вот эти перепоночки все очень любят. Специалист по таким, да. По всяким вкусненьким фруктикам. Он обычно слышит и прибегает. Пойдем кушать гранаты и угощать кролика. Угу. Спасибо вам за просмотр и увидимся в новых выпусках. Всем пока!